Может, Дота? У тебя Дота не скачалась? Нет. Почему? А, все, мы рейдим. Дай. Давай другой лобби. А какая разница? Very hard. А, ну окей. О. Зачем ты вышел? Как? Я просто контракт поменяю, да и все. Какой контракт? Сам ты контракт, accept. Зашел я. Вот, все, оверкил. Оверкил? Да. Это же very hard. Это самый высокий уровень сложности. Это же insane. Нас же убьют всех. Пофиг. Нас всех убьют. По стелсу пройдем. По стелсу? Да, если дашь мне все сделать нормально. Не будешь... Файл joining the game. Jewel restore hard. У тебя с hard стоит. Increased XP and cash. Пробуем. Не, 480 стоит. 480, вернее, лагал. 480 стоит. Я перезагружал только для того, чтобы... как бы там поставилось у меня по ID2 в заголовке. Зайти не можешь. Ага. Попробуй, не знаю, бэк нажать. Не, еще раз, оверкил появился теперь. А если нет, то бэк и снова да. Ну, все. Все, да. О. Был второго, стал четвертого. Alright, people. This is pretty sweet opportunity. Оверкил 3 черепа. В 3 раза сложнее, да? Да. Стелс, давай. Бежим, бежим. Зачем ты маску одеваешь, не одеваешь? Вот женщины курят, да? Фу! Какая уродина, а? Это намек. Тихо. Не иди. Я только выгляну. Опа! Ты его убил? Как да. Ты успел? Глушак. Маску одел. Чем ты чувак вообще? Answering pager. Что такое? А, ну на пейджер отвечаешь, ясно. Ну нафиг вас, идите задроть в Payday 2, а я в дотку играть. Кстати, дотка задумалась как онлайн-модификация для Warcraft 3. Прям кэп, да? Прям посвящает людей. У нас там ребята подоспеют сейчас. Я стекло сломал? Нет, не могу стекло сломать, у меня нет маски. Без маски я никто. О, мусорка, а туда можно? Нет, там пусто. А чё оно пусто там? Как закрыть дверьку? На F нажать, зажать. У нас спишься low within casting mod. Стекло сломал. А чё я не могу пройти? Мне придется маску одевать. Да. Тихо. Roger, lock and load. Опа. Пожалуйста, только не делай лишних движений. Таких как это. О, там люди, ребята. Иди сюда. А оружие наше палец давить, да? Очень палится. Ну, твое, да. Мое меньше. Ну иди сюда, не иди туда, точнее. Ну да, не иди туда, там меня сейчас палят. Ты куда ушел? Ты что, опять в окно выпрыгнул? Я... Да. Мне идти за тобой? Ну, как хочешь. Бежим. Опа. Бежим. Именно на улицу не выходи, где я сейчас. Потому что я сейчас должен полицию убить. Как? А дверька? Я по... Ой, по... Там, вон, там вопросик. И там, ой, меня кто-то... Или меня тихо, спалили, это, или это меня спалили. Это я. Тихо. Get down. Displacing corpse. Копчики, не копчики. Где ты? Ну, я тебя вижу. А что мне делать? Ты опять... Жди меня. У тебя перки не прокачаны кое-какие. Не выглядывай, просто уйди, пожалуйста, уйди. Тихо, сейчас к тебе зайдет чувак один. Я за дверькой. Тихо. Как глушак поставить? Глушак можно поставить? Кто запалил? Не я. Я за дверью. Так, сейчас я его... Постелс, убей. Опа! Там человек. Вот именно. Поэтому будь тише. Аккуратнее, точнее. Как тише? А тут от громкости зависит, если я прыгать тут начну, то ничего не будет? Да, будет. По-моему, зависит. Вот там человек стоит, смотри. Да, я на него смотрю, он меня не видит.
А чё, прохожие обычные жители, чё никто... Да блин, ты если по столу прохожий, это не значит, что ты должен молчать. Тебя люди не слышат. Здесь, а. Которые там, копы. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. У того я должен. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, ну окей, я туда не могу идти. Ну давай, иди ко мне уже, я тут заждался, стою около двери. Всё, отлично. Чё ты сделал-то? Сумку какую-то спёр. Я сделал то, что нужно. Я по стелсу прохожу. По стелсу, по стелсу. Тихо. Тихо. О, господи. Давай я дрель использую. Кто спалил? Давай дрель использую. Чёрт, всё, забегай, забегай, забегай. Что делать, F, как? F, жми. Забегай, F, жми постоянно. Что? Всех, всех. Как? F, жми постоянно. Видишь? Ну, как бы, чтобы они сидели. Жмёшь? Ну да. Да не здесь же, вот там, блин! Я, они все сидят, все нормально. Нет, каждому постоянно приходи. Постоянно, каждому. И F жми, постоянно, заметь. По кругам вот так вот. А, то они встают, да? Да, иначе они встают. Все, пока я в сумке. А руки связать можно? Можно, у тебя всего две повязки. И все? Ну и дела. Stay down. Постоянно бегай каждому и по кругу так. Не пропусти никого, главное, иначе он позвонит в полицию. А я увижу его. Такой все, он успеет позвонить. Не успеет, у него руки связаны. Тоже повяжь. А, ну да, одного хотя бы. Сейчас. Вообще, заложники взяли. А можно его убить, если он звонить начнет? Хотя он успеет, наверное, да, все-таки? Вот, видал, да? Мы сейчас по стелсу все пройдем, как бати. Как бати? Пройдем? Со мной? Ну да. А эти даже ничего не... Ой, кто там? Кто там кто-то спалил? Да я, не волнуйся, не иди, главное, туда. Там на эвке жми постоянно. Да-да. А что они лежат и лежат, что-то даже никто доставать не пытался. Потому что ты на F постоянно жмешь. Ну и что, жму-то жму, ну и чё? Продолжай жить. Down your face, everybody. Я просто деньги тут ворую. All you down, вот вор, а. Холла, холла, get the dollar. Ага. Чё вы никто не встаёте? Ну давайте, попробуйте только. Сразу голову с плеч. Виску. Пистолет мой. Кстати, можно взять мое второе оружие. Кстати, вот калаш, да, чистый калаш. Новый такой. Все. Интересно. Лагов сейчас. Нет там? Чё там? Лагов нет? М? Модератор, пиши. Модератор, потому что это модератор. Jewelry sold, steal and secure the jewelry. Чё там? Приятно, я отношу сумки. Воруешь, воруешь. No lags, окей. Okay. Блин, там один спалил, видишь? Сейчас, подожди, походу она встает. Сидеть. Все отлично. Ты жмешь, да? Да. Вот видите, народ, как нужно ювелирку на оверкиле захватывать. Ну я какой-то мальчик на побегушках, бегаю, там все говорю, stay put, уходи, не двигайся, everybody, не dance now. Хочешь, чтобы нас спалили? Хочу. А то голову прострелю кому-нибудь сейчас. А давай я всех убью. Не надо, деньги меньше дадут. Ну и что, давай я всех убью. Цивилинов нельзя убивать. Да не надо. Ну вот жалко, да ему. А мне вот Diamonds are forever от достижения. Это круто, да? Да, наверное. 168 зрителей. 666 было только что. Блин, уже steal and secure the jail. Чё там воруешь, а, вор? Вот там эти, да, сумки уже туда кладешь. Да, ну подожди, все равно продолжай жать, даже несмотря на то, что уже можно убежать. Я сейчас еще кое-какие дополнительные. Ну вообще офигел. И что будет? В смысле? Ачивку дадут? Не знаю, тебе может быть. За то, что как бы повер... Ну, то есть, по стелсу прошли. Ну, мне кажется, я вот то, что я и говорю, ложись, это ничего не дает. И они уже давно все легли и отрубились. Сейчас вот возьму, да? И не буду говорить. Давай, погнали. Все, беги. Я сейчас голову кому-нибудь прострелю. Давай, беги быстрее. Тебе, например. Тут есть friendly fire? Нет. Я спалился в конце еще.
Ага. Стрелял, стрелял. You gotta start somewhere. Вот да это уже помню. Много денег. Да, holy shit, man. Very big cash. Понимаешь? Угу. Что-то там миллион долларов наворовал сумок. Где ты их берешь только? Нормально. Все, у меня походу 17 уровень сейчас будет. Бабам, 5 уровень. И шестой. Шестой, о, два уровня. У меня 18 даже. Воу-воу-воу, три уровня. Три уровня, далее. Я 16 по 18. А чё я только одну карту выбираю? Я хотел больше. Ну нельзя. Два ствола, деньги и опять маска, да? Нет, два ствола. Ну ладно, я, наверное, выхожу. А чё такое? Ну. А, ну давай еще одну игру сыграем. О, у меня классный, классное оружие, короче, появилось. И у меня оно стоит, кстати, столько же, сколько у меня сейчас денег. Прям повезло. Dandy Face. Вы знаете про такую вещь, как сейф? Давай сейф потом сломаем, а? По стелсу? Ну, как-нибудь. Дрель там. Кэш, холли, холла, гэта, дола. И все. А? Как ну, тебе? Давай. Сейчас только найду. Задумка-то, а? Так, просит вебку перенести в другую сторону. Думает, ничего не даст, наоборот, только вы не будете видеть. О, снова ювелирка, но оверкиллы. Оверкиллс. Но я не хочу ювелирку, дай что-нибудь другое. Что готовить мне, чтобы написать «Я мастер 4»? У меня есть блины, каша, блины. А точнее, каша, блины, блины. Причем вторые блины были лучше. А? Что готовить? Что хочешь? Ты умеешь что-нибудь готовить? Да. Чё? Чай. Ну, ой, ооо. Как тебе это? Ну, чё-нибудь умеешь готовить? Вкусно. Конечно. Но? Картошечку. Картошечка, это как? Жареная немка. Нарезал картошку и жарю с маслом? Да. Классно, ну, любой классно. Смажет, но все равно вкусно. Ты же сказал, что вкусное. Я перед стримом ел. Норм. Чё, давай, погнали. А кофе умеешь готовить? Нет, кофе это слишком сложно для меня. Я так и думал. Вот так вот. No suspicious action, allow it in case in mode. Ну что здесь будем делать? Thermal drill. О, дрель! Дрель, ты прям специально нашел такую штуку? Да, вот аккуратно, здесь камера, не пройди там, где я. Как? Ну, по лестнице. Привет! Hello! А, чё, она не двигающаяся, ясно. А, нужно маску одеть? Маску одеть надо? Roger, lock and load. Опа, опа. Как пройти? Чё, я and не могу broken залезть? Mirror. А, ты не по музыке, что ли? А, вот, нормально, нормально. Хилимся, живем. Хрена себе, тут никого нет. Ты по лестнице чё... вниз спускаешься уже, да? Слушай, мне так жестко повезло, тут никого нет. Это впервые такое везение. Офигеть! Это же я. Офигеть! Впервые так повезло мне. Ни камер, никого. Я дверь взламываю. А вот этот ты зря, кстати. А чё? Не надо. Жалко, что ли? Тихо, тихо, нет, охранник! Иди ко мне, иди ко мне, иди, подойди ко мне, подойди лучше ко мне, пожалуйста, нет, тебя сейчас спалит, ну! Я дверь ломаю. Не спалит меня! О, я дверь... это не та дверь. Где охранник? Нету охранника. А, пейджер отвечаешь, окей, ну, а где ты? Ой, спалили! Ну вот, все, видишь, из-за тебя. Я ну, блин, его. Ну, жорка, обжорка, так... Такой шанс, серьезно, там и камер не было, и вообще там никого не было. Но нет! Тебе приспичило открыть дверь. А, прикольно уже. Да. Ну давай еще раз. Я не какой знаю, жорка. Я не понял, что произошло вообще. Конечно, но тебе же нужно было дверь выламывать. А че такого? Я думал, она к сейфу везет. Да полюбак. Какая дверь. Деньги. Изи мани. Это была самая легкая стелс-карта, говорят. Понимаешь? Вот именно! А ты ее запорол! Ты чат читаешь? Ну, ты это сказал?
Я не говорил запорол, там написали запорол в чате. Жорка, обжорка. Ладно, все, погнали. Маску чуть не одел он. Шик. Окей, let's do this. Окей, let's do this. Понимаешь? Mm-hmm. А ты маску одел? Че ты маску одеваешь вечно? Че, мне нельзя маску одеть? Да. Ну ладно. Сейчас возьму тебе хоп и в голову. Ой-ой-ой. Ой, жорка, обжорка, ну ты... А как они узнали? Да ты да нет, что ты думаешь? Выстрел. Не, а как они узнали, действительно? Они же не видели ничего, ни камер, ни пуля. Только вон дыщ, а вдруг там кто-то выгребалуется. Угу. С большими колонками. Ну, дела. А чё ты браузинг CrimeNet? Мапу ищешь? Да. Все, сейчас не запари. Ладно, не запарю. Стрелять нельзя, так понимаю. Нельзя! Точно? Да. Значит, маску лучше не одевать. Подожди, где камера там? Ну вот, блин, она смотрит прям туда, куда нельзя. Вот. Камера. Там... Hello. Ой, блин. Чё там? Я в окно постучался. Ой, привет, охранник. Как дела? Ты чё его убил? Он же был наш друг. Нет. У тебя, кстати, вот, одень маску и возьми вон те деревяшки. Ты прям Джокер. Ты прям может, Джокер с таким маской. Ой, не Джокер, как прям гоблин, короче. Take the planks, окей. Я их на плече понесу, да? Да. The thermal drill. Сумку выкинул. Вообще офигел. К тачке. Это тачка нас увезет, что ли? Нет. Хоть бы камера сейчас не сюда смотрела. О, так ее здесь вообще нет. Круто. А, это же та же карта. Ну да. Но они, тут просто местоположение всего меняется. Хм. Нам уже третий раз повезло с сейфом. Так что, блин. И камеры, и людей, да? Да, и сейф. А сейф, думаешь, сейчас будет такой же, что ли? Да, да, я посмотрел. Что нам еще везет. Ты еще не совсем все запорол. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Шевельнешься? Выстрел в голову. Я тебе сейчас вон что сделаю. Че это такое? Как тебе? Это насмешка типа? Нет, типа танец. Окей, там, короче, люди. Окей. Дрель нужно забрать. Ну вот, теперь здесь человек сидит. Вот все из-за тебя. Убей его. Угу. Возьму, сейчас убью. В легкую. Давай я к дрели поставился, проникну. Не надо еще ничего ставить. Это опасно, увидишь. Опа! Ребят, меня не спалили. Не спалили. Иди туда, туда, главное, не иди. Самое главное, туда не иди. Ой, там охранники. Лучше вернись, лучше вернись, лучше вернись. Ой, там палец. Давай, быстро, быстро, быстро. Дай я дрель сопру. Детектед. Ну все потому что кто лалка? Не я. Ты лалка! Почему тебе приспичило идти сюда? Ну почему, жорка, обжорка, ну. Ну Дис, ну. Ты Дис. О, тут человек сбегает. Получай. Да с тобой никто не хочет рядом сидеть. Давай что-нибудь полегче. Так. По стелсу, не двигаться, не ходить, туда-сюда. А зачем ты пошел туда, куда я еще даже ходить, не ходил? Ходить, да и всех людей к стенке прислонять, я не хочу. Лежать, с копом не звонить, это неинтересно. Нифига себе неинтересно, а что тогда интересно? Стрелять мне в голову? Быщ. Всех там, быщ, охранники, быщ. Все. Вот и все, сейф теперь в другом месте, смотри, вон он. Но это же другая карта. Не, это та же карта. Не хочу. Все за тебя. Опять маску одел. Сейчас тебя спалят и все. Будет он тут выпендриваться.
Get, let's make some money. Да, давай сделаем немного денег. Опа, тыщ. Мария, где стою? Где? Ой, ну красавец. Я по тачкам прыгаю. Вот, возьми лучше вот Planks. Мария, я на машине прыгаю. Planks, возьми! Я могу стрелять. У меня хрень хорошая. Называется глушитель. А я почему не могу? Как мне сделать глушитель? Купить его? Да. Только сейчас не стреляй. И проверяй, есть у тебя глушитель. Я-то знаю, что у меня его нет. Как бы видимость. О, камеру отрубил, ты что делаешь? Ну что, я молодец. А я думал, он копом позвонит. Давай свяжем. Ты свяжешь? Блин, у него нету кей-карт. Вот блин, не повезло-то как, а? Ну что ты с ним делаешь? Ничего. Паркур. О, упал, больно. Тихо-тихо-тихо, не спускайся, главное не спускайся сейчас ко мне. Пожалуйста. Ребята, спалили? Нет, все нормально. Ты его с пистолета или как? Нет, не с пистолета. С помощью приклада. Просто через Е, да? Угу. Не сиди, клешни, дайте разо мне от этого фейда и нуб. Не нуб я. Это все. Да ты полюбак, бро. Да блин, отойди. Ну зачем Анти 344 удалил какой-то интересный пост на 3 строчки? Я почитал его. Там была какая-то интересная история. Почему-то я не могу... А. О, сумка. Пойду возьму. Нет. Возьми, кстати, эту сумку и пойдем за мной. Со мной, со мной, со мной. А как же планки? На планке, они у тебя. А что я не могу бегать? А, это все сумка, да? Или планки? Угу. Ну вообще офигели. Я, кстати, тоже был планкс. О, чувак, перевязанный. Кинусь. А, не-не-не, эту сумку ты зря кинул. Ладно, я ее сам возьму. Спортивная. Угу. Нет, там пост 45 строчек с матами. С матами, без матами, интересная история. Так. Там чувак. Мне выпал глушитель, а я его не поставил. Я лалка. Я не видел, что мне выпал глушитель. Это все ложь. И провокация. Же. Знаете? Же есть. Не иди! Пожалуйста, не иди за мной, я сам. Все, я кейкарт нашел. Я возвращаюсь сейчас. Хоть бы тут охранника не было. Все отлично. Есть! Ну что ты кричишь? Лучше бы дрелью так. Все. Угу, я охранник буду все залить. Не нажимай F. Не нажимай, главное, F на охранника. Пожалуйста! Один раз нажмешь, все сразу. Почему? Мы же на пейджер ответить хотим. Я сам лучше отвечу. О, давай камеры посмотрю. Можно? Тут кто-то есть, тут кто-то есть. Охранник. Можно камеры посмотреть. Тихо, да, можно. Detected! Тихо-тихо-тихо. Камеры. Я отвечаю. Тихо, главное. Пожалуйста, тихо. О, тут мы камеру отрубили. Камера не работает. Я смотрю на камеру. Тут челы. Ой-ой-ой, что сделал ты? Рейджер оператор wasn't convinced by the answer. Короче, оператор, который сидел там, он не поверил моим убеждениям. Как? Он не поверил то, что я как бы охранник. Ну вот. Ну все, короче, ладно, стреляем. Планксы ставь, планксы. Вот здесь планксы ставь. Так, вот, окна, окна. Холл, не, холл. Не, лучше не здесь, кстати. А где, в другом, давай где, вместе. Где? Он, вот здесь вот у окон. О, легко сказать. Так, давай, пойди туда. Ну здесь вот поставлю. Ну вот и все, ждем 300 секунд. 300 секунд? Да. Легко сказать. Можешь связать пока что кого-нибудь. О, underground, я люблю связывать. Вот так. Кто-то стреляет, что ли? Тут дрель. Сейф.
Я дверь взламываю. Не надо, только не эту. Это та, которая возле камеры. Вот ему же нужно взломать. Ты кого там убиваешь? Не знаю. О-о-о! Там кто-то вскрикнул. Я перевяжу кого-нибудь. Тебя, например. Они копов не вызовут? А, уже вызвали. Или как? А чё, есть машина, а нет копов? Они все далеко. Это все баррикады. Итоги конкурса у Лалки будут в конце этого месяца. Камера, камера, камера. Зачем? Шик... Ну нет, да, камера. Конечно, сейчас нас камера спалит и приедет полиция, да? Да. Сейчас-то она не приехала. Зато я стрельнул. Молодец, патроны потратил. Опа, копчики, копчики, копчики. Бей копчики. Копчики. Слушай, копчики, поставь копчики, вот здесь, копчики, возле, копчики, возле дрели, это, хилку. Хилку говоришь? Ай-яй-яй-яй. Надо бы. Puff yourself, patch yourself up. Да ой-ой-ой. Нет, там, возле стены. Все правильно, все нормально, не бей меня. У меня мало хп. Все правильно, нормально. Жора. О какой стенке идет речь? Уже ни о какой. Все нормально. Да, нормально. Баррикада, у меня хп нету. Я бы тебе и похилился. Меня же убьют. Правда, меня можно спасти. Ой-ой-ой, бьют, 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 бьют. Убили. Помоги. Волф. Тебе еще и помогать после всего, что ты сделал? Мне бот помогает. Вот. Или кто? Да все тебе помогают. Все. Только не ты. Ну, если бы сейчас не я, то убили бы и бот. Не. Ну ладно. Я сам его с пистолета. Жик-ж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 ик. Моя помощь. Чините дрель, 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 дрель чинить, дрель чинить, дрель, где дрель, дрель. Ой-ой-ой, дрель чинить. Все, меня убили. Дрель. Estimated time remaining. Ты сдохнешь? Нет, не сдохнешь еще. Блин, меня стреляют. Надо помочь, надо помочь. Джик, 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 ФБИ, ФБИ, не стреляйте меня. Убили, нас троих. Один Хокс остался жив, но да, там. Ну вот. Помогает Хокстон. Сган помог, кстати. О, мы еще живы? Ничего себе. Да. Из окон, из всего, что только можно стрелять. Хокстон, не убивайте Хокстона, главное. Хокстон, Хокстон, живи, Хокстон. Хокстон сдох. Все, все сдохли. Я поздравляю, миссия выполнена. Ура! Какой же ты дис? Какой дис? Отлично, все отлично. Прошли миссию. Опыта видишь, чуть-чуть дали. Чуть-чуть. Класс, 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 класс. Ладно, в общем, все. На печальной ноте заканчиваю стрим, а это круто, говорят. До свидания. В общем, мне бабушка.